Обетная церковь – храм, построенный по обету Богу. С древних времен обетная церковь возводилась на средства того, кто дал обет – князя, боярина, дворянина, купца. Отдельно среди обетных церквей выделяются обыденные. Обыденными, то есть единодневными храмами, называются те, которые создавались по обету в один день для избавления страны от какого-либо общественного бедствия. Так как они строились по обету, данному целым городом, то они назывались также обетными.